Так. А мы там ничего не пропустили? Там вот какой-то проход, как будто слева. Может быть, я там мог попрыгать? Мог ли я там попрыгать? Я не знаю. Кладбище. Я бы точно вот туда хотел бы пройти. И вот туда хотел бы. Оно тут все будет, кстати, замыкаться скоро. Ой-ой-ой, ночь наступила. Бардрагом, привет. Как дела с Айзеком? Я не играю в Айзека. Не сдох, блин. Такие монстры крайне много урона наносят. Так, это то самое место, где был тот самый сундук. Привет, Экловоз. Чувачок. Ой, вервольф какой-то. Барвик. Блин, жирный вивец. Пипец, он меня убил нахрен. Блин, он пипец зашимает. А еще у него миллиард хп. Пипец, ты подонок. О, я убил. Спасибо, что освободили меня от моих страданий. Перед смертью я открою проход. Так, мне бы засейвиться, если честно. С другой стороны, у меня еще одна контине есть. А что с этой стороны? Мавзолей спонсоров. Keep of my grass. Понятно. Короче, это спонсоры, которые поддержали игру. Какие-то, видимо, очень крутые, которые очень много денег закинули. Какой код? Ничего не произошло. Кто знает, что за код? Ладно, потом, если что, вернемся, если кто-то знает секретный код. Ой, это походу новый данж. Только я не вижу сейв-поинта. Нормально он отлетел.
Ой, он что, себя плетью фигачит? Позвольте мне искупить свои грехи в одиночестве. Ну ладно. Что у него за грехи, интересно? О. Господин Тиджой, в соборе Дарсова происходит что-то ужасное. Давайте встретимся там. Блин, я хотел здесь подняться сперва. Ой. Ой. Что-то реально плохое происходит. Господин Тиржо, я рад, что вы здесь. Что здесь происходит? Этот несчастный одержим нечистой силой. Мы должны действовать быстро, пока демон окончательно не завладел его разумом. Я, конечно, знаю, как ему помочь. Задание Блумино. Отправляйтесь в собор Дарсова. Мы же не будем его убивать. Я встречал Грегора, внушает мне страх, и в его присутствии я чувствую себя неуютно. К сожалению, могу сделать это сам. Вам нужно найти человека по имени Грегор. Он священник, если кто и может изгнать демона, так это он. Его методы немного необычны. Найдите его, он знает, что нужно делать в таких случаях. Скорее всего, на плохую концовку нужно его просто убить. Если мы хотим по-добрячески все сделать, нужно Грегора привести. Давайте мне не западло сходить. Сколько уже играешь, советуешь? 5-й час, по-моему, да, советую? Экзорцизм, говорите? О, Святая Троица, даже силу твоим никчемным слугам. Мне нужно подготовиться, встретимся в соборе. О, телепортация, спасибо большое. Всевышний привел меня сюда, дабы я исполнил его волю. Отойдите, я приступлю. Хвала небесам, ты жив! Хвала Грегору, вообще-то. Мы спасены, мне пора идти, мне нужно очиститься. Благодарю, Грегор. Встретимся в часовне, господин Тиджой, нам нужно кое-что обсудить. Даже если вы выиграете эту битву, зло еще не будет побеждено. Чтобы разорвать этот порочный круг, вам нужно уничтожить падшего Азазеля. Чтобы сразиться с ним, вам нужно хорошо знать демонологию. И вы должны принести мне эту нечестивую книгу. Так, а что за нечестивая книга? Некрономикон какой-нибудь? Фу, блин. Что-то меня так позвал, как будто здесь какой-то великий диалог. Возможно, это выбор рута какого-нибудь, не знаю. Так. Куда пойдем? Смотрите, кстати, на побережье все еще есть проход какой-то. В эту локацию, скорее всего, придется возвращаться когда-либо. Разведаю новые места, куда могу проникнуть. Так, какой-то дед, торговец, наверное, да? Желаете выучить заклинание или купить безделушку? Телепортация 200 стоит. Фак, а где мне столько денег взять? Не буду же я гриндить мобов, да? Надо в какой-то данж идти и там фармить. Привет, Элис. Пипец. Кстати, а здесь походу так не пройти. Да? Или пройти? Нет, не пройти. Вот здесь, наверное, нужна телепортация. И тебе Ганфайр советовал 1,5 года назад в комментах, а ты игнорировал гадость. У Тиджа здоровенные яйца. Ого. Ну. Вообще не очень-то и большие, но нормальные такие. Обычные яйца. У меня обычные яйца, не здоровенные. Здоровенные, это, не знаю, опухоль какая-то. У меня самые обычные дефолтные яички.
Так, наверное, с другой стороны нужно. Спасибо, Фукара, за донат. Я ждал, пока Gunfire Reborn выйдет в релиз, прежде чем играть в него. Вот. Ну и игра, в общем-то, ну, обычная, ничего такого прям. То, что я в нее не поиграл в раннем доступе, наверное, даже хорошо. Очень даже хорошо. У меня не было ощущения, типа, блин, как жаль, что я эту игру столько времени не трогал. Еще один магазин. Мэри, мною открыт способ создания могущественного зелья. Восстанавливает ваше здоровье и ману. За деньги, да, наверное? Блин, я случайно что-то заюзал. Стоп, я еще захилился от нее? Страшная локация какая-то. Дефолтные яйца не перекручиваются, у тебя точно большие? Не, дефолтные яйца еще как перекручиваются. Я что, умер? Это что, Mortal Kombat? Меня как будто выбили с арены. И как мне нахрен это взять? Невозможно. Я, короче, что думаю, если мы найдем золотой ключ, то мы попробуем... Попробуем спасти чувака в подвале. Вряд ли же игра меня оставит без ключей, верно? Скорее всего, там как-то компенсируют. Игра чисто вышла, чтобы отбить внимание от Dying Light 2. Это самая тупая херня, которую я читал в своей жизни, дружище. Я просто не представляю, что у тебя было в голове, когда ты писал. Ничего, наверное. Абсолютно ведь разная аудитория. О, стражник жив. Блин, жалко они... О, он мне дал денег? Или нет? Я хотел сказать, жалко они денег не дают, и тут у меня бам плюс 10. Каски! Вот, здесь мне нужно заклинание изучить. В этой деревне небезопасно, по ночам нам приходится скрываться в мавзолее. Мавзолей, да? А что в мавзолее? Через полтора месяца будет второй год, как я начал тебя смотреть на Твиче. Красава. Реликвия защищает нас по ночам, но нам нужно больше стражников, чтобы охранять деревню. Некоторые люди верят, что эта реликвия отгоняет демонов. Понял. Я хотел ее сломать, ее нельзя сломать. Лорд, у меня есть могучее оружие, не желаете купить его? Булава и еще один пузырек для зелья, это хорошо. Красава Лулун. Так ее. На хлебницу несчастную. Да, милорд, я знаю, о каком зле вы говорите. Чтобы окончательно его уничтожить, нужно воскресить его в истинном обличии. Вам нужно встать перед тем, что осталось, и произнести слова. Срэктерус сит малум инимикус. Задание обновлено. Так, и он продает. Пипец, почему все такое дорогое? Где мне столько денег взять? Жесть, чат за меня тоже отвечает. Ну вы крутые. Так, больной какой-то чел. Майкл. Сэр, мне отчаянно нужна помощь. Я больше не могу спать. Демоны являются мне во снах. Вы можете мне помочь? Вам нужно будет войти в состояние транса подобного сну и посетить мои кошмары. Чтобы начать, вам понадобится эликсир. Дайте мне знать, сэр, когда он будет у вас. Блин, прикольно. Я подобные квесты люблю. Звучит как минимум очень интересно. Ну, это кто такой? Как вы можете просто сидеть и ничего не делать? Люди же умрут! У меня на это нет времени. Если вы продолжите докучать мне, то пойдете на виселицу.
Я не верю своим ушам! Идем, Жанна, мы понапрасну тратим время. Господин Тиджой, мы не ожидали вас здесь увидеть. Староста, в присутствии герцога все еще полагается вставать. Ох, вас так долго не было, что я подрастерял свои манеры. Прошу меня простить. А что, это тот же чел, с которым я... Смотрите, он встает, когда я подхожу к нему. Пока староста платит, я сделаю все, что он прикажет. Прошу, Тижи, пожалейте мои ноги. Я не могу делать столько приседаний. Это полезно для мышц. Окей. Порой им нужна твердая рука. Эти простолюдины должны знать свое место. А что, у нас с тобой разговора никакого крутого не будет? Заперто. Ладно, поговорим в другой раз. Здорово, Ancient Hill. К востоку отсюда, на горе Каска, в доме моей покойной матери, прячется ужасный скелет. Я боюсь, что однажды он придет за мной. Вы можете уничтожить его, милорд. Прошу, дайте мне знать, когда с монстром будет покончено, сэр. Хорошо. Ой. Блин, реально? Демонюги. Я буду охранять дверь, милорд, а вы идите внутрь. Хорошо. Славные воины отдали свои жизни, защищая этих людей. Мы рады, что теперь вы с нами. Фразы те же самые? Последний год мы по ночам прятались в мавзолее, а теперь там и днем едва ли безопаснее. Я изучал реликвию, но ее сила остается для меня загадкой, несмотря на все мои усилия. Можете заночевать здесь, милорд. В трактире сейчас небезопасно. Стража делает, что может, но из-за недостатка людей они на пределе. Дела идут все хуже и хуже, и староста отказывается помогать, это безумие. Люди часто видят, как под покровом тьмы собиралась группа людей в красном. Реликвия защищает нас, понятно. Это все вон те эти, как их звали-то? Культисты. Мне вот такие вот локации не особо нравятся. Прощай. Так, там сейчас справа есть. Неужели это основной проход? Здесь такой же рычаг. Понятно. Блин. Я говорю, что-то сильно. Нет пароля, нет входа, исключения нет. Тоже такой же переход. Это что такое? Понял. Да ты, бляха! Я думал, он отойдет по-человечески, как все монстры делают.
Как сделать с врагами, кидающими в пропасть, снова привет геймдизайну Castlevania Star. Мне кажется, это немножко неправильно говорить геймдизайн Castlevania, учитывая сколько разных Castlevania. А монстры, которые скидывали в пропасть, были не только в Castlevania, а буквально во всех ретро-играх. Да, телепорт 200 стоит. Так, ну это данж. Это новый данж, и мы дошли до него даже в здравии. Жесть, он развалился. Так смачно. Ой. Фаерболом стреляет. Наверное, фаербол можем тоже отразить, да? Нельзя! Нельзя фаербол отразить. Кстати, с этих много денег выпадает. Но первые комнаты простые, меня это радует. Не надо мне ничего подливать, я только сконцентрировался немножко. Мне кажется, все будущие ретро-стримы... Ой, алкогольные стримы будут крайне плохо заканчиваться. Пока этот человек находится у меня дома. Блин, надо их всех убивать, потому что деньги нужны очень. Главное, чтобы они меня в конечном счете не убили все. Пошли ямы, меня это пугает. Мне прям страшно. Вот это вот спот неприятный. Окей. Мы с ним справились, мы крутые. Биванила, черри или классик? Зубы тебе выбить, как тебе предложение? А что делать-то? Пипец. Интересно узнать, как вообще телепорт работает, и поможет ли он здесь. Слишком много платформинга сраного, который ваншотает. Это меня печалит. Это катастрофа. У них тайминг такой-то, что я не могу прыгать. О, прикольно. Повезло, щит отразил. Наверняка здесь будет какая-нибудь запертая дверь, да? Чё-то вас много, друзья. Thank you.
Я слишком сильно зареспектил ловушку. Блин, как же с них сыпет голды? Здесь нет НГ плюс, без понятия. Я еще не проходил игру. Блять, печально. О, обилка? Уже? Я прошел до обилки? What face? Что-то как-то слишком успешно. Я должен сдохнуть где-то прямо сейчас. Удерживайте атака. Атака с рывком вперед. Можно использовать в прыжке. Нормальная тема. Ну, теперь можем быть рычаги вон те легко активировать. Лолхи, спасибо большое за 5-й месяц. Она дает фреймы. Она дает фреймы неуязвимости. Это атака имбы. Я чуть не умер. Ой, поторопился. Где это хорошая была тач, но дальше... Блядь! Нормально. Как здесь? Да это полный пиздец, это невозможно. Я выпиздел. Как здесь пройти, я не понимаю. Мне страшно, у меня 0 контини осталось, чат. Бля! Это... Я не понял, чё от меня хочет игра? Что тут делать? Что мы тут делаем? Я ж туда не залетаю, блин, на прыжке этом. Хотя, есть идея. Если я, короче, прям... Отсюда... Нет. Блядь, а как? Может упасть в яму как будто, а потом отсюда? Да, Тич! Тич, мой любимый! Хилимся. Я не видел, сколько у меня хп, просто я понял, что я много урона получил за последнее время. Пиздец, до свидания. Да не, на мега-джампе там не залетаешь, там перелетаешь. Я же допрыгну отсюда, да? Ой, блядь, это было очень страшно. Мне не нравится эта локация. Она вернется? Привет, хурма. Блин, я уже заряжать начал на выход. Пипец, это полный пипец. Эта штука 1000 лет едет. Значит, там просто гигантская локация. А, ну, она не такая уж и большая. Проигнорил меня? Блин, дружище, прости, мне тут как-то не до тебя. Маны нет, зелье одно. Пьем. Блин, я уже думал, босс файт скоро, а его чё-то нет, нет. Там как будто рекаверы очень долгие.
Пиздец, просто пиздец полный. Это неудобно. Блин, почему? Ну почему? Почему заряжать надо кнопку, а не отдельная клавиша? Ну ладно, это же ретро. Это же ретро. Конечно же, это ретро. Просто просрать континью по приколу перед босс-файтом, это тач. Это тач. Просто улететь в яму. Привет, красотули. Так. Ну, на этот раз даже... Ну нет, у него все-таки писька по центру. Я хотел сказать, на этот раз даже не так пошло. Ну, фаерболы, короче, нельзя отбивать. Да? Или чё? Чё с тобой? Босяра глупый. И всё? Как мне его атаковать? Блин, летать начал, придурок. Наверное, не стоило к нему подходить. Окей, слева направо. Играем, короче, по его правилам и пытаемся что-то обузить. Начнем беситься. Говнюк. О, сложнее. Блять, это было уныло. Мне страшно в яму лететь от нокбека. Но босс-файты здесь значительно проще, чем данжи. Блин, вот этот, кстати, данж куда проще водяного. Просто, не знаю, в 10 раз проще. Конечно, меня и водяной данж очень сильно надрочил, но все равно. Зачем я выпил эту гадость? Фу. Нет, я больше это бить не буду никогда. Оно либо, типа, комнатная температура стала из-за этого такое гадское, либо я не знаю что. Фу. Знаете что, я сперва засейвлюсь.